По данным медсанчасти, в отделение скорой помощи обратилось 363 человека. Всем оказана своевременная квалифицированная помощь. С диагнозом ОРВИ на больничный отправилось 222 заболевших. Зафиксировано 8 случаев пневмонии. Коммунальная служба работает в обычном режиме. Продолжаются работы по расчистке остатков снега и песка. Проводятся собрания с собственниками, где решаются вопросы по установке контейнеров на площадках. Запланировано у нас проведение еще двух собраний в пятиэтажках первого микрорайона, которые ориентировочно проведем на следующей неделе. Досуг десногорцев организован и полон событий. 15 марта в Центре культуры и молодежной политики состоится зональный этап областного конкурса. Знаете, каким он парнем был? Начало в 15 часов. Также 17 марта в 12:00 зональный этап областного конкурса хореографических коллективов «Ритмы века». Внештатных ситуаций в Десногорске не зафиксировано. Муниципальная система оповещения функционирует в обычном режиме. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.